Так, по идее сейчас не наш пик, и у них два, да? Я не помню. Да, помню. Они в первый аппарат взяли. 10 seconds remaining. Блин, красава. Вот. Кэрри у нас остался кто? Кто у нас остался? Ну, кэрри сейчас забираем, полюбаем. Да, Никакого почему варианта. вам не нравится Фантом Лансер? Блин. А Фантом Ассасин? Ну, Вот возьмите Фантом Фантом Лансер в Ассасин. натуре. А? Не, не Фантом. Сейчас Фантома брать нельзя. Таггера можно взять, либо ПАшку. Ну так Я ПАшка хочу классно ПАшку заходит. взять. Давай бери. Только я думал бы не сейчас, потому что у них сейчас ну, Ну так не бери. прийти. Добери либо Тогда, Флейн. тогда знаешь, забери, забери Тимбера, Тимбера забери, и все. Он Взяли ничего бы не сделает. Джаггернаута и все. Гаггера тоже можно. Тоже. Но Он бери порезать. Тимбера, Тимбера ставили, забирай Тимбера. Да. Его Я бы можно... взял и ПАшку, и Джаггернаута. Возьми Тимбера сначала. Там его уже ничего не Пашку. законтрит. Почему ПАшку Джаггернаута? ПАшка мид, Джага фарм. Или наоборот. Как у вас? О, дайте мне Хорошо. кунг-кунг вип. А Тимберу неприятно будет стоять у Флейн. Чего? Придется А ты потерпеть. смотри, Ну, какая у смотри. них трипла агрессивная и выжигает ману. Смотри, ману выжгут ему и все, и Тимберу на фрифарме его рассказать. Так, Никакой а не будет. чем? Знаете, в чем здесь прикол? Чем они его зафиксируют, чтобы сжечь? Ну да. Хорошо, меняем Касками. тактику. Тимбер идет мид. Зачем? Пускай он там остается, там Да, только ладно, каски он могут спокойно взять. выстрелит. Которая на Я секунду. говорю. Не, отстоять-то отстоит. Вот вы сейчас говорите спокойно стоит, а потом будет АМ на фрифарме, выносит 6 слотов, АМ нас всех Короче, убивает. короче, АМ если будет на они берут фрифарме. одного керри, берет 3 керри и все, и поехали. Бери Вообще, Джигернаута. пацаны, имбовый персонаж, блодсекер против этого дебила. Возьми Джаггера сейчас просто еще. Сейчас бы лучше уже на туре Фантом Лансера взяли. Еще есть такой персонаж, как Так а Патма. что мешает взять Фантома или Патму сейчас? Вот сейчас мы возьмем его. Еще есть на каждый же пункт. Да, просто не отпустит АМ. ПМ у нас есть фиксация, это уже и он. Можно с такими темпами просто трипл на трипл идти, но у нас два милишника, поэтому не пойдем. Но можно спокойно контролировать, надо. А Я ему почему два милишника до лампочки и огар такой же? Ну, и он цепляет, все, это по идее минус. Скорее Да, даже тогда. огар первый цепляет и все. Да. Главное, мне кажется, не АМ, а АМ просто зафармит даже. Джаггер его на анимации перефармливает. О. А Тимбер выстоит соло против Акса? Нет. Ну как бы точно так, немного лучше, чем против этой триплы, но все равно он не особо на фарме. Ты слышишь, кто берет героя последний, мы или они? А, они. 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 Значит, у нас Стой, нет, нет, пик. нет, они последний пик делают. Они Мы сейчас баним и сразу пикаем. Мы сейчас баним, а они сейчас банят и пикают. Ну так они последний пик, что ты тупишь? Нет, мы они, слышишь, они брали первым аппаратом, значит, они первыми идут последнего героя. У них сейчас так? последний бан, и сразу же пик будет. Что вы мне расскажете, дебил? Столько играем, да. вы этого не знаете. У них будет Дебил, первым. последний пик у нас. Ну, Ты так. дурак вообще? Да правильно, вы, короче, не поняли друг друга. Он просто не Забери, понимает убери, значение слова... Убирай, потму, короче. потму, потму. Он просто не знает значение слова «последний пик». Надо забить. Что, наш последний пик, да? Пореви еще 5 раз. Горишь так. Успокойтесь, успокойтесь. И доказывают, что последний пик не наш. Reserve time. Which hero will the enemy take? Microphone muted. Говорю, только не фидоньте Акса. Если не фидоньте Акса на начале, так нигде... ты пойдешь не ускорить против него. Кем?
Просто Аксом, он мид-гейм и лейт-гейм, он проигрывает слаб. Или поставим обычные лейны, чтобы тебе пошел хард на шатрик лаб против Акса, и Акса не думает, что либо сделает. Ну только так, а Тимбер не выстоит против Акса. Ну это да. Она вот так вот делает, по идее. Кто на ком? Ну, совершенно. Сейчас мы... Это мид. В натуре Васи Кунку. Да, давай Кунку, Кунка пробивает ее конкретно. Там даже не надо ее бить. Да, надо, не надо ее бить, вот именно. Дима Кунка, да? Да, давай. Как это нас не повыкидывало? Да? Это пока что не повыкидывало. Но я вижу, как мне не выкинуло. Вам не выкинуло. Это потому что 55-я, 56-я секунда. А это, короче, от версии винды зависит. А на какой секунде выкинет? Нет, ну вообще чего выкидывает, чего нет. У меня была такая, ну, когда сидел, играл одно время, вообще никогда не кикал, а сейчас начало кикать. Это ни разу не кикало, не знаю. Я раньше тоже ни разу не кикал, но сейчас перестану 64 разрядную эту фигню, и у меня кипкает постоянно. Вин 7, их 64, все нормально работает. Так что? Я думаю, это не влияет на нашу победу. А вы их чекали по рейтингу там вот такое вот? Ну, Женя, 36 часов, 38 часов, они, видимо, на лаке. Они особо не валятся. Да, там новые аки. Да. Вообще, такие жесткие, прямо ай-яй-яй. Они, да, стан или горелку? Горелка, наверное. Правильно, горелка. Меня пугнай, я играю на пугне опять. А чё, отжимаем, да? Где? Сейчас спросим. Короче, го. Кто-то только спросит. Мы написали, пацаны. Так, антимаг отжал. Так. Вот это мне надо. Да. Ещё один. Просто по лайнам расходимся? Да, пошлите делать ФБ. Влад, покупай смог. Женя, дай один тангусик. Я с вами иду или ставлю варды? На Женя, один тангусик еще. Пошлите, у нас контроля больше. Стой, Дима, а у тебя топор стакается с твоим этим скиллом? Да? Просто я помню, в первой доте кунки нельзя было топор покупать. Женя, потом делали видеообзор о том, что стакается или нет. На самом деле стакается даже очень сильно. Все, Влад, можешь юзать. Тимбер Чейн или Рилинг Дэс? Подожди, пока ничего не качаю. Вообще качни то, что тяну лайми, потому что нам хватит по идее демага всех, кроме антимага и этой фигни. Я лучше сам уже качну, да? Ну что, я просто байчу здесь, вот так вот. Стой, вот так вот возьму. А хватит нам времени так обходить? Да. Я сам беру. Ну побыстрее, давайте там. А, они сами, они у нас висят, походу. Не-не. Фиолетовый Акс, это Акс. Акс, пофиг, Акса можно. Он нас не видит, по идее. Лол. Все, позабирайте. Тычки. Куда мы идем? Вниз. Ты меня, конечно, Торн вкачал. И куда ты побежал? Джаггер за ТП-шка. Просто да. Активно. О, против Фрашки будет нормально стоять. Джаггер топ, если что. Джаггер за ТП-шкой пошел. Мы... Стойте. Так мы же стоим топ сейчас, не? Мы же стоим против Факса. Тимбер, уходи на низ. Давайте ТП куда. Лично. Короче, ТП-шка под диком валяется, там подумай, что выкинет. Я тебе варды оставлю. Угу. А крипы сейчас агрится убьют. Какие-то ебанутые крипы, Дима. Окей.
not for you. У нее три танго. Пофиг на самом деле, они зайцы с КД минута была. Yes. Пошла, Марта. Сейчас. Ну блин, линия сейчас будет пушить. Если вы зацепите, то все, мне кажется, мы убьем его. Так, я пойду ему спав. Знаете, прикол Марты, да? Грамотная Марта кидала в меня, и она кидает крипов. Но это, Дима, если честно, не показатель ни хрена. Там саппорт в лесу идет к вам. Да, да, видели. Да. Дима, Кура, хорош. Что он хотел сделать, Кура? А, он, походу, что-то не принес. А, аппарат приехал. Кунка такой, кинок получил, так. Что я ему нифига не нанес. Так оно у тебя перо лагало, что ты хочешь. Ну, в принципе, нифига не нанес. Все, идем? Не, сейчас просто попортуется к нему и все, и. Но Operation Team портает пинцу, он бегу. О, тихо-тихо назад. Вот можно сейчас аппараты, если честно, запилить как нехрен. Ну сейчас, блин, не по диким же. Ну я понимаю. Еще один половина. В принципе, даблы. Так, Дима, крутись. Бежать. О, да. Удача, уровень бога. Бам-бам-бам-бам. Просто подбежал и на в лицо вертухан. Идите, идите. Мне еще 17 секунд до вертухи. Так тыкаем. Растыкаем. Попробуем. Ты главное не умри. Это я не обещаю. Женя, бежим. Так, кстати, на базу пошла. Вот меня это было зря, наверное. Все, я отдаюсь, не пофиг. Убьете? Не, я труп. Да блин, это пофиг. За хард отдавать саппорту, по-моему, вполне адекватно. Я как готов еще 5 раз умереть. Сейчас бы вот ему чуть больше повезло. Ну хотя это Макс, он вон крутится как бешеный. Марцетка прилетела с телепорта, потеряла ХП. Вообще плохо. Yes. Мне? Да, ей нет. Ты вот не дурачок, а? Ты на какую-то херню несёт. Нет. Мне стало хорошо слышно, Вадик, ты будешь меня заразить. Так стой, ты что, микро сходил купил или что? Нет, я просто сейчас через микрофон на ноуте. Это то, что ты новый купил или ты новый не покупал? На ноуте микрофон, у меня же через наушники сидел. А. Yes. Короче, вебка. Короче, Operation-то нету пока что. Короче, пошлите его, если сейчас он подойдет близко, просто убиваем его. Yeah, так вот, например. Да, да, да. Понял? Он без цепану, ботинка. Цепану. Давай. ВД в сайт-шоп ушел, мог ТП-шку купить к вам. Что это было заниматься курой? Это была призрачная кура. У меня 300 голды, ну ладно, я ж не фармер, правильно. У меня 300 голды, короче говоря, и аркан. 250. А где дальний крип? Я не Дима, понимаю. Да, оставь мне крипов. Так, Женя, пошли бы ставить, пофармили лучше. Давайте побьем Дик. Стой, не надо, Дима, под Дик не надо. Мы уже наладились под Дик. Но мы уже под Дик тебя один раз отдали. Но он с колечком зато. Пацанки не фармит, а меня закидывает. Ну и хорошо. Давай, Дима, забирай, я не буду мешать фармить. А где Парэш? А, карта меня. А, Дима, у тебя есть такое что-то? Ой, Женя. Да, у меня есть. Тимбер, если лезут наглу под тавер, ты только кричи, хорошо? Они не полезут. Если полезут. Без плюс один не полезу. Она спилила вард, да? Кто? А, что минус. Или он слетел по времени? Слетел по времени. Ой, Дима, ну что ты делаешь? Ты сейчас горимо умрешь.
Кстати, Аксу тут фармит. А не, вот ты. Ну что, идем на него? Давай, 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 цепляй. Ну вот сейчас он начнет прокручиваться, это тогда я охренею. Дай. Так, хилку ставлю. Давай. Сейчас, подожди. Охренеть, да? Ходили за Аксом, погуляли. Нам подойти. Да ты хилку потащил. Боже мой. Господина на кунке убили, как это так? Да вы поендривался, блин. Все, тихо, это мое решение, я сам виноват, что мне не требуется. Потом он скажет, почему ты, Дима, ни хрена не напарлил, я же веду там задел, че тихо. Корень, Дима, что? Даже вот если ты сейчас будешь сливаться, напарлил больше. Отлично. Окей, окей. Courage. Блин, Женя, может я опять, ну ладно, пусть королю теперь. Ну па, там вообще ничего не парнит. Мне кажется, здесь еще в лесу подфармливает. О, кстати, тут стаки. Стой, стой, Влад, подойди ко мне, сейчас юзнем смог и сделаем все как надо. Так и нет, ну лет пошел. Все как мужики, да? Так, ты лесу фармит или что? Ну он приходит, ну ладно, умирает и уходит куда-то. ВД пропал. ВД пропал. О, это стаки. Кто ж ему тут? Это ПА, походу, стаки. Акс здесь. Хорошо. ПА? Мид. Вот, выходи мид. Надо потом стаки забрать, а кто может там стаки я заберу. Сейчас мид вылезет ПА. Ну, в смысле, а только стилип... О, все, пошли. Аппарат Пин внизу. Влад, стан. Я сейчас там. Там. Только дальнего крипа, пожалуйста, оставь, Дима, подожди. Я слышал, Влад, уже, давай. Уже. Саппортов не было, Влад. Пошли вот даже стан по этим вот. Крипам? Я расскажу, когда стан дать, я скажу. Подожди. Влад, давай ты стан, я сейчас горил, а стой, я горел. Стой, я реген не занул. Они же стаки, стой. Ну блин, зачем, Женя, я попросил же. В смысле? У меня реген, они не стагрятся. Он акцию Мне под вышку идут. Акцию. Все, отмена. Не да пошли прими Макса, блин. Сейчас он подойдет сюда. Идите ко мне. Чуть не идет. Я. Ну вот что с ним не так? Он два раза на месте прокрутился. Не догорит. Труп. Нет. Он просто не думал, что тут есть вижен. О, Operation, о, кура. Опа, уйди, Дима. Надо срочно забрать эти стаки. Идет не по плану. Дима, Женя, пошли на низ. Вот, я сейчас получу тут шестой виниду и вообще будет все четко. Па меня хочет наказать, походу. Придите, помогите. Кто? А если на низ прилетишь, слышишь, я со вторым. Дай мне на ДП, а тут ты. Сашка, давай я взлетел нормально. Смотрите, там акция фармит, это очень плохо. Я бегу за аппаратом под Т3. Ой. Ой, аппарат меня урта. Я ему написал. Ой. И не убил. Дима. О, вижу. Ай, блядь. Я забыл, что у меня. Я, что я кунка. Идем? Пошли, пошли. Ну а все зафармил уже. Все возможные не возьмут.
Да, печально. Ну, ничего страшного. У нас там не карри потенциал. Нет. Похоже, да, я вижу уже. Да, блин. Подвис. Так, надо внизу АМ убить. Так, вот, пошли и выдвинемся в мид. Чтобы его убить, нужно как минимум еще два сапога. Ну да, у меня все. Ну, у нас есть такие, да? Ой, все, убегаю. Тимбер пикнул. А мы идем пытаться в мид. Пашка внизу, если что, трое внизу. Пошли. Я могу на крест посадить его. У Пашки ТП-шка есть. Ну я далеко, но... Ну. Вот тут вард. Опс. Курьер попал наш. Эк, тут короче руна регена валяется. Оставь. Руну регена можно забрать. Не надо. Я просто снизу говорю оставить. Так, Влад, пошли опять куда-нибудь. Regeneration. Так, Влад, Дима, подожди, сейчас может ТП в миг будет. Да, мы туда. О! Operation, или кто это там, да? Он с центрями, там, с опсами. Он тыкнул. Опс тыкнул. Влад, цепляй, я далеко не. Он центрю там тыкал, по-моему. Есть? Он, пас. Ну раз, может он. Не, маны нету, если что. Надо вышку спустить. Давайте мид снизим, мид снизим. Есть. А я ВД посажу. Давай. А, ну да, конечно же. Ой, блин, как заколебал этот калич. Фиксмарк сегодня не прокатывает. Да, что-то не прет. Несем мне? Да, несем. Когда? Оно есть или чем-нибудь? Нет, кто? КБ тоже. Глиннер готов. О, опять цель. Вот тут вот будет. Угу. БФ прилетел, антимаг. Стан. Кунгу, все правильно, Акс цепляем. Влад, забей на него, Акс. Влад. Ты видишь, что этот корабль за мной еще. Адское веселье, да? Ну, конечно, в меня же еще залетит какая-нибудь фигня, Дегер, типа крита моментальная. Ну тоже пинок с клинкам взлетел крит. Ну мне просто. Ай, это бред, короче. Это пагалимая. На самом деле мы просто выбрали на четверых плюсу, потому что мы узнал. Фрата не убили, как так? Да он стики проюзал. По 10 штук, что ты хочешь. На самом деле АМ уже с БФом. Да пофиг. Ну хотя 14-я минута это такое. 14-я без ботинка, без ничего. Но да я еще лоханулся, я ультанул в Акса, надо было в аппарат, а я просто нажал, я хотел на Е нажать, чтобы манну сказать, а темно, ничего не вижу. Я же мой корабль дал, что дал вас. Да, я, ну, короче, не то нажал. Забейте. О. Наверное, Джиггернаут через МКБ пускай идет, да? Да, наверное. Да. Он на М плюсах. А до вышки сейчас не спрятись снести еще. Он стаки фарм. На топ подхожу. Там пас, скорее всего, дед. Крест был только что. Умер. Я же кристай начинал, вот. Я не видел. Пошли дальше. Тимбер там один аккуратно. Я отошел.
Вот АМ как будет умирать вообще быстро. Вы там без меня, народ. Не-не-не-не, далеко не надо. Ну мы Т2 снесем, давайте. Убили одного, Т2 снесем. Так меня принимают. Иди. Как она сюда коплю кидает, если тут вижена нет? Пошли эти принимать, Дима. У них вот тут вот вард. А, не, сняли вижу. Не, я же убил, я не понимаю. Да, может все, она все. Увидела, кинула и ушла. Может быть. Пацаны. Я не крест отстал. О, блин. Убить его. Он что-то загорел. А, вот я сейчас ему ультанет. Тимбер, беги. Уходите. Не ухожу. Иди. Он не уйдет уже. Мне кажется, мы ребят загуляли. Ну как бы мы там и накидали тоже нормально, но и вот. Блин, а Operation там два варда потерял. Как твой чик устащил с этой фигни? Не знаю, так. Носок появился у Эма. Так что, Джиггернал через МКБ сразу играет или по своему плану? Да не надо, как с МКБ. Не надо, так я тогда я сейчас юнир сделаю. Женя. Да я далеко. Ну ты стоял под вышкой со мной вместе, ну Женя. Там еще чувак, Женя. Опять, пацаны, опять далеко лезете? Все, ушли вместе. Ты стоял со мной под вышкой, ну. Ну, я пошел дофармить себе худу. Лучше, конечно, фармить, а моего убить. Ну, ты же мне сказал, что ты АМ идешь убивать. Пошли, Жень, вард. Сейчас кунг. Аппарат без рта. Смоки были. Смоки были. Чуть назад. Давайте на меня. Надо вообще надо батить на Тимбера. Давайте. Не на Леона, на Тимбера. Если глиммером подсевишь, то. На низу, что Марта и этот только что были внизу. Понимаешь, Жень, я поставил вард, типа синенький, они тут все сняли. И твои поставили. Правда. Ничего, не лезьте, не лезьте, не лезьте. На самом деле мы сейчас такой спейскри этот жесткий делаем. Это да. Был бы у нас АМ, а не у них. У нас кунг, да, Грейс? Да. Вы ушли, что ли, господа? Я подстрел. Если вы ушли. Я сейчас ТП-шку сделаю, Дмит. Тише, живем еще. О! Да ну нафиг, ну как чуть-чуть не хватило. Ну пускай дальше за саппорт отдается. Да... Да ж... Да ну нафиг, вы это видите, да? Просто хочу дать стан и зависаю. Ну стакавки слетаю. Ну это понятно, но блин, эти каски. Не могу еще или спасибо. Читерские каски. Так, надо варды скупать с рынка.
Я вроде худ видел, что Унгар собирает уже деньги. Да, у кого там худа была? Так я перепродал. Пока никто не видел, тихоря продал ее. Я молчу. Только от нейтрала. Да, да, бывает. Уже это чтобы не бежать домой на самом деле. Никчемная смерть. Закупился ты хоть? Yes. Да, да, одной. Тыкните с интриги примерно в дискорд, чтобы видно было. Я да, Дима, сейчас... Ним... Дима, давай я сейчас пойду тыкну. Кто со мной на них убивает? Дизоль, пашка. И Глиммер, Вич-Доктор. Ну, за 22 минуты сезон на плану Владимир, АМ. У нас у этого момента в Глиммер. Дима, за Бен раз. Там сейчас вообще просто дико фармит. Надо пойти батя, заживем все вместе и пойдем, здесь пока нет жесткий просто. Пошли под кораблем. Пашка только что так было, ее не будет. Аппарат без ТПшки в миди. На нас ульта полетела. Полетела ульта Парейшн-то. Я могу попробовать что-то купить. Пошлите, я любого попробую. О, что ВД вон там он. Идем по низу, джаггер пушит, а мы пойдем к ним в лес. Топ деф и мне. Т2 на Т1 надо один. Там стакер, что если делать ВД, можно и забрать. Ну Т2, сейчас надо вар тыкнуть, Т2. Спасибо. Если и... что, я фиксирую АМ и убиваю его. Идите впереди, у меня станов нет уже. Yes. Так, так, это хорошо. Да почему я? Почему отойдите, меня отойдите. Меня? Сейчас надо сдать, пока слетит да эта фигня. Да уйдите в Глиммера и все. Нет, мне интересно, почему она бьет именно меня. Не подходите, тут же Шакс. ВД. Хорошо, хорошо, идем дальше. Вон Акс. О, великолепно. Второй заряд. Ты что, вон я по Аксу стою? Танка приедет? А, у меня еще корабль на заряд. Великолепно. Как я коплю заряды, да? Я полечу на ней, на нам. Это дефа. Заберите статики, слышите? Пошлите да попробуем взять Т1. Пошлите Т3 подъемную. Вы без меня. Да пофиг. Чё там 1 АМ пофиг вообще. Треснули саппорты. Летит ульта по идее. У нас уже. Сейчас парейшн тупанет, да? Дима вот этот вот. Изи. Сейчас. АМ к вам, АМ к вам, АМ к вам, уйди. АМ у вас. Уйди, Дима, Дима, Дима. Варту убери. Сейчас бежать, 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 бежать. Все, отойдите. Все, бэк, бэк, бэк. Ибер. Все. Ибер, остаться. Ушли, уйдите, уйдите, уйдите. Уйдет, значит, живой. Нет, значит, нет. Вот как он заговорил, да? Вот но. Так вот и надо уходить, потому что мы сейчас все сдохли там. Да, согласен. Это было вынуждено. Дима, а если бы тебя какие-то бомжи на улице пили, нет, нам бы тоже надо было уходить? Не, Женя, это совсем другое. Там я сказал так, что надо. Тоже бы начал кричать, уходите, уходите. Нет, там бы просто ушел. А потом бы мы бы убегали, а он бы там спину кричал. Я же просто пошутил. Ну да, так и было бы. Так, 1720. Быстрее, что собрать? Неку, нек. Ты кто? А, стой, вот это вот пойдет? Или форс? Женя, возьми форс. Форс всегда хорош. Хорошо. Летит в мид ульта аппарат. Надо пойти опять наверх, в лес туда вот. А, Роша. Кстати, Роша. Меша, если не всегда на меня будет власть, у меня 0-4 будет. Дима, и у меня тоже. Да, я чекаю. Его надо начинать с Operation-то. Молодцы, пацаны. Уйди, ушли. Я сейчас приду. Пошли? Пошли, пошли, пошли. Я в пути. Нет, нет, нет. Заряды, заряды.
АМ подтащил, АМ ушел, АМ ушел. Оо, тебе. Они нормально. Блин, Пашка замедлила. Каски. Тише, тише, пофиг. Вот да, вот три крита из двух. Два крита из трех, это серьезно. Ну в смысле, я же ей стан дал, куда на тебя. А, глиммер. Она упала. Хорош, 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 там остался АМ и ПА. Мит, мит, мит. Маны нету. Да беги. Куда ты бежишь? 45. А я АМ обследовал, ему против. Даш, Торная, что тут... Все, там крипов больше нет. Ага. Вот там крипы еще есть. Знаешь, это АМ ограничивается своей маной, Пашка. Найс. А где она? Сейчас бортанулась, наверное, не знаю, куда-то зашла, так что не видим. Да уж. 0.42, ни хрена еще не хватает просто. Была от мана убили. На раскрытый трюк. Покупай этот булстоун. Хватает еще. Ну, какой булстоун, алё? Мне самому зарядов не хватает. А вы чё булстоун? Нет, я... Это? Блин, пацаны, я не про то. Я про то, что не булстоун, этот камень. Вайтстоун? Вайтстоун. Ты же не пугай так. У меня с булстоуном маны не хватает, а ты еще решил свой купить. 15 секунд у тебя. Мне нравится кулка, тем, что можно уходить на базу. Крест телепорт и поехали. У меня крипы готовы. Был бы у него блейдмейн? Просто лох. Мне нечего Дима было возвращать, что ты делаешь? Блин, да твою ж ну. Да я думал, что просто с аппаратом... Отойдите, пацаны, давайте отойдем. Бля, Дима. Красиво. Мне этот крип понравился, вот, извини. Да ладно. Просто я... Мне на стан не хватало и вообще не на что. Мы уходим? Да, ушли. А постойте, постойте здесь, постойте здесь. Не, ну понятно, что можно еще кого-нибудь... Слушай, а как с Бладстоном-то наваливает? Низ. А, как боль. Там двое в миду, если что. Смотрите, где АМ, как он далеко, без ТПшки. Ага, и с телепортом на максимум. Да! Привет, Ули. Влад там. Нету, Влад, ТП, уйдите, сейчас сдохнете вообще ни за что. Ну, ПМ заберем. А, нет, нет. Не сегодня. Я походу сдох, если что. Это 10-секундное? Я не сдох. Только ты поможешь. Пошлите на базу, отойдем, все порезаем, мы зайдем на это ХГ. А чё не цеплял? Вы мне сегодня не дадите ману восстановить, да? А чё не сегодня, цеплял? Или тени? Ну посмотри, чем не цеплял. Там столько маны, что... Всё, надо эти заканчивать. А? Ну... Пропушьте вот деле, да. Этот лайн, этот и этот. Стой, только сейчас Симбер не убиваем, бог, мне 300 осталось до этой... до скали. Помнишь, Женя, я вначале сказал, что я сразу больше, чем Дима. И всё начал играть сразу. Ну да. Есть такая райза. Потеет. Я тебе перефармил райза. Ну так я тебе чем буду стараешься, если тебе не сказал, то ничего не было. Но нам желательно уже сейчас сделать минус 5 и зайти на ХГ. Хотя бы. Всё, сейчас летит скади. Да мы, если честно, мы уже жестко, нам очень намного сильней. Сейчас да, только не влетит, ну, блин, нам нельзя сделать плохой замес. Идеальный рассказ это если мы не сольем ВД, будет его палка стоять. Дима, куда? Я ж на кресте. Да, не про канал. Я ж на кресте, ты... зачем? Тянешь зря время. Не, давайте. Слушай, Дима, Дима, а сейчас будем пушить, смотри, короче, киньте ему будлаз. Давайте в пятером постоим, чтобы на, надо было на Диму кидать будлаз. И его тоже фигнеты кидать. Я кидаю ему крест, он просто идет мотает. Давай так. Нет, это вообще в других случаях. Сейчас кину крест, я не могу.
Давай, давай. Стойте вы вместе, Акс. Если что нападут, я верну себя. Хорошо. Я в тебе редину. Всё. Только ты надо крест начинаешь, слышишь? Чем? Надо крест отсюда начинать. Зря хилку принял, чё? Можно же так же, ну, и на него надо кидать только этот. А, на себя кидать, слышишь? Так я буду на... Я на Диму буду кидать, а на тебя. Сейчас ульта влетит от аппарата, от вот-вот стабила. Слышишь, готов? Давай, пошли ломаем. То есть, ульта, может, пускай ульта кидачится? Ну хотя все, он это дебил по хуку. Давай, заходи, ломай. Вот так вот я буду делать, и что? Мы так поломаем Талос. Да понятно, что поломаем. Стойте, хай, все. Сейчас у меня все в КД. Что надо? Что тебе надо? Ты же только суки ломаешь. Мне нужна ульта и хилочка. А ему ты что-то тебе. А он понял то, что видел давно. Ну что, это Акс? Да, можно, если... Да, вот, попробуй. Ну, у меня 20 секунд до ульты, пофиг. Там, ну, смотри, у аппарата нет ульта. У меня все есть, у меня есть корабль. Можно, да. О, знаете, какое ускорение дает? 10% от рома. Так что будем все пить. А ускорение чего? Скорость атаки или передвижение? Скорость передвижения и замедление скорости акции на 50% урона. А, короче, мы скорость передвижения быстрее. А, ну, такое все. Ну, я вам скажу, скажи. 1.32 меня... все отыграли. Я синхрен. У меня, например, скорость 32. Кто? Нет, так мы сейчас 1.16 играем. Я знаю. Я не... А 1.16 не отыграло только две команды, мы и еще одна. У нас интересно. Есть оправдание. Ну мы на верочку играем. Да мы начали позже, чем они все. Да. Вот эти Pepe Boys и Загар, они начали, по-моему, в то же время, что и мы, если не позже. Так что тоже понятно почему. Понятно. А все остальные играют уже давно. Нам нужно бояться вот этих Mystic Monkeys. ММ, видишь? Чего? А я, во-первых, с ними играл, но это стабильный состав, который уже много месяцев играет вместе и не меняется. Не сыгранный. Я тебе скажу, где же сыгранный состав. Мы играем вместе с... какого класса? Шестого? Угу. А теперь расскажи, какие у нас перерывы. Ну, кроме... Год через сейчас. Год. Со мной вы играете не так давно. А у них... Это все пофиг. Ну, я просто говорю, что из всех они самые опасные для нас. Ну посмотрим. Вот этот бараний сет четкий. Ну четкий, топор. Да, так а ты видел мой сет на Акса? Тоже прикольный. Вот топор вот четкий, он common, но он четкий. Вот этот вот баран? Да. Да, да ну. Там покушать мне нравится двуручный, даже на цепи нравится такое. Ладно. На цепи, да. Этот Blood Chaser? Да, давайте на цепи. Крутая вещь. У меня вот так вот. Так вот. Да, так нельзя делать. Не, у меня вообще эфика ничего не нравится. Буду тебе дагер лучше, чтобы даже... Пацаны, а мне вот так вот. Уже купил, да? Уже купил. Просто с кункой можно даже не подходить в замес, а ловушка сама падает. Да, так слышите, даже не думайте играть в замесы. Нет, акция сейчас можно даже снести, потому что если вот вышел АМ, где-то вот здесь вот максимум, и да. Аппарат без ульта, поэтому далеко. Зазываем в акцию засадить, и все. Я подойду с критадом. У Джаггернаута 20 секунд ульты КД. У Тимбер 100 секунда. Чё-то не знаю. Дима, Воу, Тимбер полегче. Я кидаю на себя метку, ты кидаешь. Ну, просто идешь ломаешь, и что из-за Blade Fury и бёрстаешь, что ну, я тоже, слышите, просто играть на... Наверняка, пускай они сами прыгают, потому просто что зачем нам... Просто вынуждаем сделать это, да? Ну, просто слышишь, надо начинать с того, метка была примерно вот здесь вот. Ну, не вот здесь вот, вот там, где ты, там не надо, вот там слишком близко. Просто когда да. Ты меня ещё оттягиваешь, я по инерции иду назад. То есть, вот. если отсюда я, допустим, начну, то меня... Я до сюда пробегу, пока соображу назад отвести. Ты просто в тупую бинтала. Ну смотри, сиди примерно, что на... Это, Дима, назад. Не забывай на себя Мьёльнир вешать. Да и Мьёльнир можно не вешать там так, ну. Не, он доп дамаг же наносит. Всем угрожающим.
10 урона при срабатывании и еще шанс 150 урона. Надо было подкушать бы эти грибы или не? Ну ты чай, сейчас из сульты можно вот под этим блудластом такую дичь створить. Да. Ну, 0.38. Это слышишь, если у тебя атака больше, то... Да, да, то я атакую еще по тычке даю за каждую тычку, ну, за камни... Сколько там секунд? 0.4, да? Да. А, ну да, 0.38. Ты подойди сюда, иди сюда. Дима. Ты без креста, если что. Вот так ведь, ладно. Пошел, давай, давай, давай. Там крест 78 секунд. О! О! Первый скилл, первый скилл. Нормально, отошли, 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 отстегайте, выживи. Ставишь тотемчик, теряемся. Они уже не какие, да? Они уже попили, да. Ну что, по новой? Сейчас, 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 это мой квест, мой квест. Да, так так и делаем, чё нам? Вообще, вот сейчас бы надо было встревать. Да, ну, не знаю, в чём прикол моего ТП-шки. Всё, давай, 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 давай. Пошёл. Кто первый скилл, юзай первый скилл. Первый скилл, Дима. А ты меня тянешь под первым скиллом. Да, я тебя тяну под первым, видишь? Ну что на вагоне? Ну вообще, под чем угодно тягиваю. Давай, да? Еще раз. А, нет, пускай мальдик пройдет. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Да, это задолбало уже. Ну, вышки 300 хп. Без вышки будет легче. Вон так вам можно подфармливать. По-моему, тимбер можно вообще эти леса фармить пока. Они на пруду, на то что. Мало-мало хп, мне кажется, я не вернусь уже. Я вернул. Нет, так как косарь 300, меня они в замес пойдут сразу за мной. Тогда ладно, то я это хочу сделать. А постой, тихо, не лезь. Я могу улететь от деф. Ну зачем? Блин, стойте тут девать. Ну, думаю, что... А может ты меня на крест посадишь, я вниз степнусь по-быстрому? Ну, давай, Дима, давай, давай. Дефни. Посадил, давай. Вообще-то, ну это да, не да, так, да. Дима. Я знаю, не так, не. Сделал бы как про, ты же умный. Да не важно. Все, откушали. Красиво. Играем дальше. У меня чисто ТП-шки тоже идет. Понеслась? Давай. Забей на крипов. Ломай, ломай. А он бьет под этим? Да, да. Да, да, да. Да, 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 удары идут. Там какая-то, я думаю, что зафикшена какая-то атака. Ждем слепое. Ой, хорошо. Женя, юг не на зиму. Если честно, может бы было вообще на изи зайти. Пошли, Дима, пошли. Я, пошли. Просто иди. Мы заходим или я иду лес фармить? Я не знаю, можно попробовать как-то с замесом уже. Да, ну, мне кажется, что просто тут... можно сейчас в замес зайти, потому что этот ульту завязал свою. А где Мактая Ем вообще? На базе стоят? Смотрите, как делаем. Сейчас еще раз так поковыряют пару, смотрите. Во, вот сюда вот, вот и вот. Ну хорошо, ну, вот да, это да, вот да, еще да, долго. А вот это сейчас подойдет. Почти тимбер, иди наверх, пусть я просто и все. Окей. Okay. Да, да. Кстати, а когда ты под глиммером, тебе тихи наносит по 7 дамага. Или по 6 дамага. Да, да, 7, да, так оно же не так и есть, оно же уменьшает дамаг. Но. Так оно же увеличит поэтому... резист просто. По 8. Давай, Дима, я кину. Блин, физы в откате. Нет, далеко очень. Первый скилл. Очень далеко. Ну мы почти сломали, всё. Ну как почти опять-таки? Ой себе. Let's go? Давай. Давай. Так, вот. О! Акс! Без боя. Вот мы заряд. Типа про это и говорили. О, еще и ульта в минус оперейшн. Куда хорош. Оно полетело, твою мать? Не, давайте, не чези, не чези, парахи. Косарь крита сразу. Один на одну тычку. Я увел каски. У меня ульта вообще в никуда зашла. Просто я класснул на ВД, полетел в криповку, вот так хрена. Давайте отойдем. Вы видели? Хорошо, и везет на криты, да, Женя? Я оттянулся, ну, этим форсом, и все равно не проканало.
Вот ты проклят, Кунша. Массовое убийство. У нее байбека нет, народ. Да, да. Все, заходим в наглую. Если байбека у тебя нет. Ой, сейчас вот, Дима, не отдайся. А, нет, ты отдался уже, поздравляю. Перчатку надо было включить хотя бы. Пошли, Саня. Тима, есть байбек? Да. Пошли. Выкупайся и пошли. Да не надо. Нет, чего? Мы пока тебе не. Пошли, да блин, сами, просто я тебе отвечаю, мы сами зайдем. Мы сейчас закончим. Какими темпами нет. Твою мать. Просто если он сейчас делает байбек, и мы встреваем замес, и он умрет, то мы проиграем. Мы не проиграем, они не снесут. Так ты Влад гонишь что ли, смотри, раз, два, три. Он будет 120 секунд пойду... перерождаться. Так Влад, что? У нас есть даже Тимбер с Густоном, он отдыхает, он упал к себе. Он реснится за 40 секунд. Они на первый даже снести одну вышку уже было, дойти отсюда вот. Забодрать было весь вот, да, они даже даже сломали бы сторону нам одну. Они же будут уйти подраться. Блин, скорее. Как все долго, мне надоело отвечаю. Ждать. Ну, есть такое. Ну, в общем, Дима, как хочешь. Можешь сделать байбек, ты пока цель в мид. Не, я не буду. И можно... Я все равно побегу на них дыхать. Ребят, есть один такой мув. Называется «Админов нет, кто накажет». Да, есть такое, я знаю. Пацаны, зачем? Вы смотрели... Ладно, пофиг, вы не смотрели. Я пока отошел, у меня 80 секунд, блядь, потом. Паузу поддержите? Я отошел. Каких мы будем играть до двух? До двух? Будем сейчас два часа сидеть в паузу играть. Слушаю музыку, короче. Там же, наверное, финал играет. Переподключился, народ. Так, поконтрить Тиндером, который не до контроля. Так, хрень. Поехали. Пошли, Женя, сразу бладлас мне. Пошло. Ты чемпион нашей нации. Снеси это, иди. Вертушку сразу. Так, пока не снесите барак. Буду. Ох, все дойти пока что. Если он запрыгнет, ну чтоб он запрыгнул, было бы вообще найс. Если он прыгнет, он умирает. Сейчас ПА что, ПАшка резнулась. Хороша, народ. Пошли, Рошу. Пошли. Вот, лаз, не лаз. Ой, ладно, 10 секунд осталось. Блин, маны жестко не хватает. Я бы тебе, Женя, дал, но не могу. Ну, а так мы вообще быстро отвечаем. Берегим. Влад, ты ни пугна не сможешь. О, прилетел подарок. Пошли, типа, я куплю и закончим его. Они тут. Ушли. Да мы задели уже. Я должен купить крит. Отжимайте эту паузу, уже время отжимайте, пошло. Кстати, ну. Если какие-то вопросы, они там уже 5 раз ГГ написали. Они уже дали, всё. Не, так нельзя, в правилах указано, что нельзя. Так там они уже эту паузу держат больше минут 15 стабильно. Не, они, не... может, специально это сделать, чтобы мы загрелись. Чтобы мы сгорели. Минут 7 где-то тогда прошло. В общем, они... Мы никуда не спешим. Такова наша тактика не меняется.
пошли сразу. Дети кунку и пошли. Диван на этого кунку. Астан, есть кого-то? Вот, антимаг, Астан. Ой, как нас развалили, как нас развалили. Мы про это говорили, Байбайк, отойдите. Там она, есть еще. Ой, Акс без байбайка уже. И это тоже без байбайка. Ой. О, Хатюмар. Пошли, нет, Дима. Да, они сейчас бегают, сейчас трон сама подходила. Да нет. Ты дебилы, что ли? Нет, они знают, что вытащат, так что это не мешается. Еще затащат, кстати. Раз 10 слиться нам. Тим вайп, байбэк, тим вайп. Мегакрипов или в трон? Трон, но я не знаю, нахрен. Идите вверх, снесите еще, чтобы легче было вкусить. Давайте пойдем на топ или не просто. Сделай телепорт, наверное, ты же снимирай тебя, верну. Они уже сделали свой идеальный прокаст, и все равно, да. Мегакрипов делайте. I can see improvement in your every move. Perfect. And the top barracks is near more. Ты прыгнул бы настоящий. Вот это сразу видно дезмораль, когда ГГ, 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 ГГ. Ну нафига, Дима? Да, ох уж этот бэдманер. Неужели? Видишь, как она погнает, да? Один раз написал, все. Счет 5-3 такой. Отвечаю, если бы я был админом капа, я бы забанил всю нашу тиму. За то, что ты оскорбил против...